Сорока-ворона кашку варила, где-то кормила, этому дала, а этому не дала. Он кашку не варил. А теперь смотри, коза. Идет коза рогатая за малыми ребятами. Кто кашку не варил, тесто не видел. Заводай. Давай еще раз. Идет коза рогатая за малыми ребятами. Ножками тук-тук, рожками тук-тук. Заводай. Ребята! Ну что, не батя подарил, новая игра. Короче, смотрите, есть ведро, есть 4 цвета. Это ведро едет, есть 4 цвета. Вот как раз наш четверо. Мы эти источки скомкаем, кидаем ведро. Ведро едет. Кто выиграл, тому что обманули. Ну что, играем? Ничего не понятно, но мы все равно играем. Мой цвет желтый. Мой красный. Окей, договорились. Ну что, Даринка, получится не фуфанов. Это ты получишь шалбанов. Дарина, твое. Спасибо. Димона. Это же его снять, да? Конечно. Димон, твое. Вот так. Это твое, а это мое. Сейчас я вам покажу мастер-класс. Смотрите, ребят. Ну все, я включаю. Смотрите, ребята. Только близко не стоять. Можно тут писать, да? Да. Все, встань! Давай. Играем заново! Собирай бумажки! Я собрала, я все тоже собрала. Ты дура, что я вообще? Ненормально вообще. Рот закрыли? Да. Попал! Она просто завидует! Нет, попал! Это маленькие дети. А ты что, сильно взрослая? Пашка, пошли с нами. Аня, а можно поиграть с ними? Нет, нельзя, Паша, ты чего? Ты что, маленький ребенок или что? Что, Паша, теперь тебе уже даже играть нельзя, как ручной котик. Вообще-то я просто не хочу. Прекращайте это все, у меня уже голова болит. Я сейчас все расскажу Валентине Ивановне. Да ладно, все, тут качка. Не дай поиграть. Пошли считать. Иди считать. Моих раз, два, три. Раз, два, четыре, три. Пять. У тебя пять? Да. Ребят, прикиньте. Батан выиграл. Да. Я тоже выиграл. А сколько у тебя, Дарин? Пять. Покажи. Зачем? Ну покажи, ты интересно. Не нет, не верю. Покажи. Да чего вы все выеживаетесь? Батан, ты победил. Если у тебя пять, давай всем шалбаны. Да, Лера, ты вообще все права. Так, давайте я вам шалбаны, я же выиграл. Давай, шалбаны. Дарина, а можно тебя поцеловать? Нет, батан. Ладно, на шалбаны. Да рассоситесь вы уже наконец, голова болит. Паш, принеси, пожалуйста, кофе, сходи в учительскую. Ты ж нотина. Паша, принеси кофе. И все-таки победил. Да заткнись, пока. Хорошо, Аня, я быстро. Уже добавил. Давай, сорок. Давай. Сорока ходит, кашку варила. Этому дала. А этому не дала. Дима, подойди сюда на минутку. Что ты хочешь? Дим, не иди. Дарина, рот прикрой. Дима, подойди, пожалуйста, и открой мне икру. А за это я тебя угощу. Икра? Я люблю икру. Вот это у тебя жрачка блатная. Угу. Я покупаю все, что захочу, потому что Валентина Ивановна мне все разрешает. Я ж не буду есть вашу дешманскую еду. Ой-ой-ой, нашу дешманскую еду. А кто же сам недавно на мусорках лазил? Тут в классе под батареями ночевал. В бомжатских шмотках. Зато теперь я в шоколаде и с Пашей. А ты в говне и без Паши. Дима, быстрее. Подожди, я первая. Теперь мне за помощь. На. Димон, ну что, вкусно, вкусно. Анька, а давайте я открою пакет с колбаской, а ты где-то дашь колбаску.
Ну ладно, иди открывай. Анька, так давай я открою. Все, Дима, хватит, садись на место. Анька, давай колбасочку. Влад, господи, ты так низко опустился заради какой-то колбаски, перед Анечкой на задних ножках бегаешь. Фу, противно смотреть. Вкусная. Давай еще ты пойди. Да, пойду, если Анечка позовет. Господи. Что там у нас? Чей там голосок слышу? Мокрой курицы, сиди там молча. Влад, быстрее. Да все, Анечка, чего? Бери. Наконец-то. Обидение. Анечка, а можно еще? Нет, на место. Влад, я стал на место! Эй, это на место тебе сказали! Влад, меньше своим личиком нужно было щелкать. Дарина, если ты хочешь кушать, иди угощайся. Угощаться? Знаешь, Аня, я не голодная. Сама ешь свою вкусную икру и очень дорогое мясо. Ну, как хочешь. Я тебе предлагаю. Наверное, тебе Лера пусть не разрешает. Нет, Анька, мне не хочется. Анька, я буду, дай мне хоть банку облизать. Дима, когда доем, дам. Я еще не доела. Денис, иди открой мне сыр, быстрей. Ох, сырок. Да вы че, совсем уже офигели? Чего вы все вокруг Ани крутите? Все прислуживаете? За кусочек колбаски продались? Одна Дарина молодец. Нет, просто она очень сильно вкусная. Да пробовала я вашу колбасу, полное говно. Ну быстрее, Денис. Так, все, выбирай. На, заслужил. Спасибо, друг. Где этот Паша с кофе ходит? Давай побегу его найду, а ты мне за это кусочек колбасы дашь. Ну что сидишь? Мы уже давным-давно сбегали. Давай, бегом. Хорошо, иду. Только я сразу колбаску возьму. Нет, Дима, потом. Ладно, хорошо. Ну, вроде бы с вами по-хорошему. Не угощаю вас. Ну вот, а кто-то просто дружить со мной не хочет. Наверное, ему кто-то запрещает. Даринка, а вот хочешь, я поговорю с Валентиной Ивановной, и она будет тебе давать носить брендовые шмотки, как у меня. Не хочу, Аня. Что, обломалась? Дарина вообще-то не продажная подруга, как ты. Анька, я его нашел. Где мой колбаска? Где мой колбаска? Чё оно холодное? Ну? Я не буду его пить, Паша мог подорвиться ради меня. Ну, там было просто много учителей, я не смог. Какая мне разница? Забирай порт здесь на место. Все настроение мне испортил. Извини. Паш, дай кофе, ничего себе оно холодное. Я его сам выпью. Даже. Что, Паша, нравится помой пить, да? В смысле помой? Оно просто холодное. Паша, я тебе говорила, не общайся с ней. Ой, Дариночка, очень жаль, что ты не хочешь со мной дружить. А так бы мы с тобой сходили в Макдональдс. Я бы скупила все меню для тебя. Мы бы с тобой покушали наггетсы, а я знаю, что ты их очень сильно любишь. Потом бы мы с тобой сходили на шопинг, купили много платьев, купили бы сапожки тебе красивые на зиму. Мы бы много чего могли купить. Еще бы мы сходили в парк аттракционов. Ну а так, ты не хочешь со мной дружить, поэтому мне все придется самой на себя тратить. Аня, меня возьми! Я готов быть твоей подружкой, и платье мне купишь, и сапожки мне купишь, и даже пойдем в Макдональдс, слушай, покушаем, я на все готов. Купишь, заткнись уже, задолбал. Я вижу, кто-то завидует. Ну что, Даринка, может передумаешь? Мне для тебя ничего не жалко. Сходим с тобой куда захочешь. Знаешь что, Лера, никакая ты мне не подружка, ты мне часто передавала, обзывала. В общем, Аня, я убираю тебя! Колбаска, можно я покушаю? Да, можно, конечно. Ну, полетели в Макдональдс. Конечно, пойдем. Добрый день, дети. Добрый день. А что это творится у меня на столе? Аня, а почему ты не в той одежде, что я тебе купила? Ну, я не хочу ходить в этих школьных тряпках. Я хочу ходить в брендовой одежде. Подожди. То есть вещи, которые я тебе купила в дорогом, кстати, бутике для девочек, это тряпки? Да. А это что такое? Откуда деньги? Ну, я в сейфе вашему взяла. А как ты его открыла? Ну, посмотрела в щелочку и не узнала код, куда вы открывали. То есть ты за мной подглядывала? Да. Аня, это ненормально. Давай, братик, достаем тетради, готовимся к уроку.
что, Дарина, обломилась? Дружбу на бабки променяла, да? Нет, ну, Лера, ну она мне такое предложила. Каждый нормальный человек от такого бы не отказался. А ты, когда я тебя попросила, чтобы ты мне купила картошку фри, ты зажала и ничего мне не купила. Вот и хорошо, что не купила, потому что ты продажная. А ты что, Пашечка, там стоишь, ухо греешь? Сейчас твоей Анечке капец будет. Что, Аня, хватит меня. Ты просто уже вообще опрокинула. Тёть! Что такое? А что случилось? Сядь на место. Так что, давай, быстрее. Выходи давай. Быстрее. Пошли, твоя. Паша, ты пересел на зону, ладно? Валентина Ивановна, если вы Аню выгнали, можно я буду идти с вами же? Меня тоже родители выгнали. Можно, Дима, но имей в виду, что тебе придется с Пашей спать на одной кровати. А, не-не-не, мне и дома хорошо. Ну что, Анечка, закончилась твоя сладкая жизнь.